Всем привет, с вами я, Клэдди. Сегодня я вам скажу, почему я решил переименовать свой канал с Максим Плейс на Клэдди. Но мы погнали к ролику. Пау! И чё, короче, я это сделал, потому что я свой никнейм Максим Плейс придумал очень давно. Да, и чё. Также вот я из-за этого я просто, просто он был длинный такой, а сейчас я его просто, мне нравится Клэдди, вот нравится очень сильно такой ник. Он прикольный, он быстро читаемый, запоминаемый, вот. И вот поэтому я решил изменить, короче, свой ник. Да, я долго думал, какой мне ник взять, я еще. Я, короче, долго думал и дошел до Клэдди. Вот, да. И я назвал так свой канал. Сейчас, как вы увидите, можете увидеть на моем канале новое оформление. Оно очень топовое. Аватарка и шапка новая, измененная, крутая, красивая такая. Ну да. Также я еще хочу вам сказать, что вы набрали просто много лайков на прошлом видосе по Майнкрафту. И я решил, чтобы я буду, короче, снимать Майнкрафт, 80% буду снимать Майнкрафт, там Роблокс и Бравл Старс, остальные 20%. Вот так вот. Так, давайте достроим здесь до центра. Ой, чё блоки пропали? Я ж медленно кликал. Так, там я вижу тиме... Ой, врага. Ну-ка, как её слил? Не-не-не-не-не. Так, типа Аид. Аид, да, Аид на максималочках. Аид на минималочках. Я подожду, пока у меня ХП отхилится, и продолжу. Так, он пока что куда-то ушел. Это отличный шанс. Ай, блин, скинул. Давайте сейчас купим себе броню. Ой, сколько здесь накапало. Опа. Опа. Куплю себе вот так вот. И куплю себе вот так. Привет, пострижись, меня тоже зовут Максим Плейс, я тоже тебя знаю. А почему он не откидывался? Все, его за читы кикнули. Просто, он, короче, не откидывался, у него рич. Я-то думаю, что я его слить не могу. Вы можете просто перемотать назад и увидеть, что он реально не откидывался, я по нему 500 раз попал. И это не блок-хит, вы можете сказать, это... Нет, это... Это вообще, блок-хит, ты хотя бы чуть-чуть откинешься, а здесь просто стоишь на месте и даже и ничего тебе не мешает. Давайте сейчас заберем изумрудики все. Вот первые изумруды, вон второй изумруд, база, точнее, для изумрудов. Потом пойдем на красных. В скором времени пойдем на красных. Когда залутаемся, и я куплю эндерперл. Скорее всего, эндерперл. Синий. Я синий, кстати, да. Ой, чуть не сдох, лол. 6 изюм у меня. И я сначала залутаю, бок. Вот эту вот сторону, мне нужны изумруды. Блин, я там вижу защиту неплохую. Хотя, смотрите, я возьму себе броню, потому что это будет намного лучше. Я возьму себе кирочку. Кирочку вкачаю. Так, я там кого-то видел? Нет. Да, желтый. Все. Так, я по-быренькому куплю себе броньку, куплю себе кирочку на максимальную. И возьму себе гэппл. Я готов рашить там все, ломать всех, да,
Такой скилловый возомнил что-то в себе. Так, у меня есть 5 блоков, я их поставлю, пожалуй, на шерп, потому что на защиту базы. Это будет намного лучше. Ну, так, там вообще, конечно, желтый на центре, по-моему, достроился. Так, там я вижу красный строится на алмазы. Я лох, да. Так, сказать дубль 2, вы ничего не видели. Ой, у меня тут что-то... Как это все происходит? Короче, я так подумал, что фиг с этими, короче, алмазами, погнали рашить. О, привет, я тебя ожидал здесь увидеть. Ну, куда ты бежишь, бро, ты куда бежишь? А, он на мою базу бежит. Ну, это его не спасет, что могу сказать. Ну, зачем ты бежишь, зачем? Ай, фак. Вот зачем он, зачем, куда, зачем? Куда самое главное, зачем? Я так буду миллион кругов бегать от него. Точнее, за ним. Куда ты погнал, Опа, смотри, сколько реса он мне дал. Найс. Я так видел, что он через бок пристроился, так что его ждать не стоит. Так, я себе вкачаю, что могу за 2 вкачать? Ну да, я везучий человек, еще тот везун. Так, а откуда он пришел вообще? А, вижу. Так, давайте сейчас его просто зарашим, пойдем там. Я видел, что у него такая неплохая защита. Да. И у меня как раз для этого случая кирочка была подготовлена. Ну, давайте сейчас. А что это? А, короче. Расскажу вам это еще. Короче, смотрите. Я... сделал себе интро в Майн аниматоре сделал интро, а позы я делаю в программе под названием интро делаю в Майн аниматор, вот артики, что на превью вы можете увидеть, 3D артики, такие скина моего, это я делаю в синими, вот так вот, то есть, кто спрашивал там в комментариях, вот вам, короче. Чё, давайте сейчас зарашим кого-то, я специально купил 2 эндерперла, чтобы зарашить сразу 2 челика. Так, я вот его не наблюдаю, где он там бегает. Ладно, все равно, давайте сейчас кинем эндерперл. Лол. Съел, кинул и бегу. Сломал. Ну привет. Да. Лол. Также минус желтый. Чё? Я всего добил. Я что-то не понял. Я его убил. А, так он же упал. А, он, короче, багаюзер, он упал. Сделал, типа, майна того. Ну, я, короче, потом сниму, наверное, видео. Давайте сейчас скину эндерперл на красных. Постараюсь попасть. Я дебил. Ничего, бывает с каждым. Кстати, вы можете, там, может, вы подумали, что это у меня за тащерский РП. У меня РПшник вот такой вот. Наверное, вы знаете, откуда это. Ну, короче, чтоб не было комментариев там. Ой, в комментариях, чтоб не спрашивали, что за РП. Приватный. Погнали. Ой. Так, погнали. Погнали на базу. Закупимся эндерперлами. Так, сейчас надо не промазать, как я люблю. Оп. Чё? Почему я не попал? Почему я не попал, алё? И, ребята, P-сервер в описании, вы можете там... Я часто играю на этом сервере, так что вы можете там встретить меня. Ой, а чё это только что было? Мой ник, если чё, вот такой вот. Но я его сменю потом. Ай-яй-яй-яй.
Будет обидно, если он меня. Попытка номер два или какая там попытка? Так, ну я сейчас должен просто, если я сейчас сдропнусь или сольюсь как-то, то это ГГ будет. Я понимаю. Понимаю, да. Ну чё, прыгай давай, прыгай давай. Все. И кто вообще топово? Я победил, да. Ну, короче, я вот ставьте лайк обязательно за победу. Не забывайте нажимать на колокольчик и подписываться на канал. И всем пока.